Если в Великовисочном проблемы с новым фондом, то в Нарьян-Маре подсчитывают старый фонд. Более 40 домов в округе признаны аварийными. Из них 33 находятся в Нарьян-Маре, 8 в поселке Искатели, 1 дом в селе Тельвиска. Высокая доля ветхого фонда обусловлена тем, что более 30% жилья построено до 1970 года. В этот активный период освоения территории округа часть жилья возводилась как временная. На сегодняшний день 25 аварийных домов уже включены в реестр первого этапа подпрограммы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа. Под расселение попадают дома, износ которых превышает 65%. До конца текущего года специалисты Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта должны подготовить перечень ветхих и аварийных домов для включения во второй этап подпрограммы. Всего на реализацию мероприятий по переселению предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей. В 2015 году 449 миллионов. На 1 января 2015 года регион выполнил все обязательства по расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года.